Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео на проекте Amazing Holy Play. Сегодня будет очень интересная серия, которую вы очень ждали, я думаю. Это серия о том, как я купил компанию. Сегодня я вам все расскажу, покажу. Купил я компанию, если что, за 180 миллионов. Я думаю, вы это поняли уже по названию, по превью. Не забывайте вводить мой промокод. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, пацаны, как вы поняли по названию видео, я купил транспортную компанию. Купил я ее у подписчика, это Саня Курский, большой тебе привет. Купил я у него эту компанию за 180 миллионов. Да, вы скажете, типа, да, это много за такую компанию, потому что в компании всего лишь получается 6 магнумов. 6 магнумов это не так уж и много, я не спорю, но компания находится очень в хорошем месте. Для меня это было очень важно, потому что я хочу, чтобы моим, так сказать, работникам, сотрудникам было комфортно работать. У меня компания находится недалеко от заправки. Есть хорошие места, где можно взять рейсы. Я выбрал именно эту компанию. Еще предлагали компанию в Корякино, но ее предлагали за 120 миллионов, и там было всего лишь 3 магнума. Поэтому я решил не покупать в Корякино. Тем более место там плохое, заправки нету там и так далее. Сейчас я еду в банк, пацаны. Я буквально только вот проснулся и зашел на сервак. Кстати, Роме большое спасибо. Если бы не Рома, я бы не купил эту компанию, потому что я покупал эту компанию, повторюсь, через разработчика. Рома это разработчик Амазинка, у него ник Клинтон Джонас в игре. То есть, получается, Рома забрал у меня 180 миллионов и передал их Сане. И после рестарта компания стала моей. То есть, сейчас это уже моя компания. Сейчас мы поедем в банк, нужно поменять название, потому что сейчас название компании Курский Компани, а нужно переименовать другое название, короче, я думаю, вы поняли. И нужно еще сейчас будет перекрасить фур. Все, пацаны, я успешно приехал в банк, давайте оплатимся сразу налоги. Так, оплатить компанию, сразу оплачиваем на 2 дня. Сейчас, получается, я возьму 10 миллионов и закину их на счет компании, чтобы поменять название компании и перекрасить фуры. Ну все, короче, 10 миллионов я закинул. Так, давайте положим 90 миллионов, я просто не заметил. Все, 90 миллионов я ложу обратно, и у меня остается 154 миллиона. Ну, я считаю, это тоже даже неплохо. Сейчас, короче, поедем, я вам покажу вообще, где компания находится. Итак, давайте я покажу, где находится в GPS моя компания. Пишите GPS, потом выбираете 4-й пункт организации, 9-й пункт транспортной компании. И вот вторая компания, это именно моя компания. Но сейчас я название поменяю, и вы точно будете знать, что это как бы моя компания. Я еще там даже не был сам, я еще даже фуры не смотрел какого цвета, поэтому сейчас, короче, посмотрим все. Я вот реально сразу только зашел и начал записывать видео, чтобы вам показать свои живые эмоции и, в принципе, показать, что я купил компанию, что я с ней сейчас буду делать там и так далее. Я думаю, вы должны за это поставить точно лайк. Ну что ж, пацаны, вот моя компания, получается, находится за лесопилкой. Вот, получается, лесопилка вон там. И здесь находится на повороте моя компания. Получается, здесь заправка Батырева, и вот здесь находится моя компания. То есть недалеко от ФСБ, недалеко от порта. Короче, возле Батырева находится компания. Вот, давайте посмотрим, в принципе, название Курский Компани, владелец Кирилл Путбуль. Количество сотрудников 17, я уже немножко почистил людей. Комиссию, кстати, я сделал 15%. И давайте, пацаны, сразу договоримся, то что, я думаю, понимаете, что места всех не хватит. Я буду брать, как бы, людей от 30 скилла, если что. От 30 скилла минимум. Если вы будете состоять у меня в компании, и я вас уволю за то, что вы не работаете, не нужно потом, пожалуйста, на меня обижаться. Я думаю, вы сами понимаете то, что зачем нужны люди, которые не работают. Нужны люди, которые работают каждый день. И мне нужны именно такие люди. Поэтому, если вы не сможете работать каждый день, лучше не идти в мою компанию, чтобы вы потом не обижались на меня за то, что я вас уволил. Итак, давайте я сейчас поменяю название компании вообще. Я, кстати, не знаю, как это делается. Так, C-меню давайте напишем. И как это делается, я, честно говоря, не знаю. Так, финансовый отдел, комиссия. А как название компании поменять? Ладно, пацаны, я сейчас узнаю и, в принципе, продолжу. Итак, я узнал админов. Короче, нужно это делать в агентстве недвижимости. Хотя я думал, это нужно делать через C-меню, то есть через систему транспортной компании. Но это нужно делать через другой бизнес вообще. Так, давайте посмотрим. Улучшение компании. Сменить название компании стоит 2 миллиона 500 тысяч. Сменить цвет автопарка стоит 1 500. Ну ладно, давайте, короче, сменить название компании. Вот я на самом деле не знаю, либо Family Kirill Game сделать, либо Kirill Game Company. Просто, ну, Family Kirill Game это типа семья. А лучше Company сделать, поэтому сейчас мы этим займемся. Итак, короче, вот я Kirill Game Company написал, так далее. Так, это будет стоить 2,5 миллиона. Kirill Game Company. Ну, в принципе, да. Все. Я поменял название, получается. А после приобретения данного улучшения ваша компания будет отмечена специальным значком на мини-карте.
Так, давайте тоже это купим. Еще осталось поменять цвет машин. Сейчас я отойду, в принципе, посмотрю цвет. Я сделаю цвет такой же самый, какой у нас в фоме машин. Итак, пацаны, все, я нашел уже цвет. Это 153 ID. Давайте попробуем. Так, улучшение компании. Так, сменить цвет автопарка. Пурпурно-красный это у нас получается цвет, хотя он больше похож на коричневый. Текущий цвет у нас темно-синий. Ну да, в принципе, я хочу пурпурно-красный сделать. Хотя, мне кажется, он не пурпурно-красный. Ну, в принципе, ладно. Я не спец в цветах, поэтому... Все, пацаны, давайте поменяем, получается, цвет нашей компании. Точнее, цвет наших фур. Все, я потратил лям 500. Итого я потратил, сколько получается? 2 500, лям 500, это уже получается 4 миллиона. Плюс еще лям. 5 миллионов я потратил, получается, на улучшение своей компании. Ну что ж, пацаны, я обратно приехал к компании. Давайте вообще посмотрим, что у нас здесь есть за машины. Автопарк, получается, и здесь... Здесь у нас есть один КамАЗ и 6 получается Магнум. Давайте возьмем самый первый Магнум. Все, вот у нас такого цвета теперь будут фуры. Я думаю, вы понимаете, что это за цвет. У нас такого же цвета машины Фомы, поэтому я думаю, вы сможете понять, что это именно наша компания. Давайте еще посмотрим, сколько она заработала, эта компания, за все время. Так, финансовый отдел. Эту компанию мой подписчик купил перед Новым годом. Там где-то 28 числа примерно он ее купил. Статистика за день. Ну, за сегодня мало. 115 тысяч, в принципе. Так, ну, это все понятно. Финансовый отдел, статистика за все время. За все время компания заработала 9 миллионов, да, получается? Ну, это довольно-таки, кстати, немного, я считаю. Количество выполненных рейсов 8 тысяч. Ну, я надеюсь, мы сможем поднять компанию, поэтому у кого есть большой скилл, у кого есть много времени свободного, можете к нам в компанию помогать набрать топы. Да, конечно, 6 магнумов это маловато, но, пацаны, если мы будем много работать, то есть будем и зарабатывать деньги, и брать награды, то я вам обещаю то, что я буду покупать фуры. Ну что ж, пацаны, я, короче, продолжаю снимать дальше. Уже спустя пару часов мы уже смогли взять, кстати, одну награду. Это очень даже неплохо. Вот видите, у нас теперь 3 награды. И сейчас постараемся еще топ взять, но из-за того, что много людей сейчас работает. Вот, давайте автопарк покажу даже. Видите, все магнумы заняты. Ну, на КамАЗе никто ездить, конечно же, не хочет. И я принял решение купить еще один магнум. Ну, как бы, я его куплю, я смогу потом его продать за 13 миллионов. То есть, я в минус иду на 2 миллиона. Ну, думаю, это будет хорошее вложение, потому что, ну, мы сейчас хотим топы брать. Сейчас, короче, закину 5 миллионов на компанию. Так, счет компании, пополню счет компании. 5 миллионов. Закидываем, все. Пишем C-меню, информация. И у нас на компании 15 миллионов 400 тысяч. Магнум стоит у нас 15 миллионов. Давайте сейчас поедем к компании, и я куплю новый Магнум. Все, я приехал к компании, давайте купим Магнум. Я еще ни разу не покупал Магнум, поэтому давайте C-меню пишем. Автопарк. Так, второй слот выбираем, потому что, ну, мне бесит то, что здесь пустые слоты, я хочу их всех заполнить. И вот у нас есть все равно Магнум. Как бы можно здесь КамАЗ купить, Сканию, Рено Магнум, Газон. Но Газон, я не знаю, есть ли смысл покупать. Просто Газон выгодно, когда... Это твой личный газон, то есть там комиссии нету. А в компании в любом случае будет комиссия, поэтому покупаем Магнум. Магнум у нас стоит 15 миллионов просто. Бум. Все, я купил Магнум во второй слот, потратил 15 миллионов. Ну что ж, пацаны, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, что вам понравилось. Я старался вам все подробно рассказать, показать. В принципе, я купил компанию, жду всех желающих ко мне. Пока что мест, конечно, нету, но как бы чистка происходит, получается, в 12 часов по МСК ночи. Поэтому вы спокойно можете потом утром ко мне прийти, и я смогу вас принять. Америкос у меня, получается, заместитель, то есть Максим Адигамов, в принципе... Номер у него в игре 4 семерки и в конце 0. Также на экране вы сейчас видите правила, которые нужно соблюдать в нашей компании. Советую всем их выучить, как бы, чтобы вас потом просто так не выгнали. Норма у нас 70 тысяч в день. Да, вы скажете, это много, но такая норма будет до того момента, пока мы не купим еще 3 магнума. Либо не выбьем 3 магнума. Просто меня сейчас больше интересуют даже не деньги, а награды. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.